Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Как вы знаете, на этой неделе NVIDIA анонсировала свои новые видеокарты RTX 3000, но вслед за этим сразу же полетело очень много интересных новостей про эти видеокарты. В этом воскресном выпуске предлагаю вам посмотреть на возможную RTX 3070 Ti и разобраться с видеокартами от партнеров NVIDIA, а также посмотрим на новые процессоры Intel Tiger Lake и поддержку DDR5. Ну а перед тем, как мы перейдем к самым актуальным новостям за эту неделю, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с новостей о DDR5 и постараемся понять, когда нам ее все-таки ждать. Корпорация Intel на этой неделе официально представила мобильные процессоры Core 11 поколения, известные под кодовым именем Tiger Lake. В этих CPU чипмейкер использовал перспективную архитектуру VLOOCOV и графический модуль XELP, благодаря чему они эффективно соперничают с 7-нанометровыми AMD Renoir не только в реальных приложениях, но и во многих бенчмарках. Для выпуска процессоров Intel Tiger Lake задействован 10-нанометровый техпроцесс SuperFin. Среди главных особенностей новинок можно выделить работу с памятью LPDDR5-5400, LPDDR4X4266 и DDR4-3200. Также встроенные контроллеры Thunderbolt 4 и PCI Express 4.0, вывод изображения в режиме 8K 60 FPS, а также улучшенную энергоэффективность и возросшие частоты по сравнению с чипами Ice Lake. И мало того, что новые мобильные процессоры Intel получились весьма неплохими, так они уже поддерживают LPDDR5. Однако в самой Intel утверждают, что не думают о скором выходе ноутбуков на DDR5 в этом году. Но саму возможность такой конфигурации они не отрицают. Отсюда можно сделать вывод, что в следующем году однозначно выйдет DDR5 и вопрос остается только за процессорами. И может случиться и такое, что Zen 3 получит поддержку и DDR4, и DDR5, а Intel как-то сильно быстро скидывает цены на свои Comet Lake. Возможно, они тоже готовят настольное 11 поколение на новом типе памяти. В общем и целом ждать осталось совсем недолго. От зеленого лагеря прилетело множество новостей. К примеру, по сообщениям сетевых источников, видеокарты GeForce RTX 3000 будут в большом дефиците первые месяцы после начала продаж. Основная причина заключается в 8-нанометровом техпроцессе Samsung, так как он пока еще недостаточно отлажен и южнокорейский чипмейкер испытывает проблемы с массовым производством. Вторая причина не столь очевидна, но не менее важна. NVIDIA учитывает явное преимущество в производительности Ampere над предыдущим семейством GeForce RTX 2000 и видеокартами конкурента, поэтому не видит смысла заваливать полки магазинов ускорителями нового поколения. Тем более AMD пока молчит со своим флагманом в лице Big Navi. Также один из инсайдеров указывает на очень скудные запасы GPU Ampere. Говорится, что первая волна видеокарт будет весьма ограниченной, поэтому вероятно нас ждет самый скромный запуск за многие годы. И из этого вытекает очевидный факт. Итак, недешевые RTX 3000 будут продаваться ритейлерами по заоблачным ценам, на фоне резкого превышения спроса над предложением. Но не успели NVIDIA вывести на рынок первые видеокарты GeForce RTX 3000, как в сети появилась информация о еще одном представителе семейства Ampere. Речь идет о модели GeForce RTX 3070 Ti, подготовку которой рассекретила компания Lenovo. Этот 3D-ускоритель можно будет встретить в некоторых конфигурациях игровой системы Legion T7. Главным отличием GeForce RTX 3070 Ti от анонсированной накануне RTX 3070 станет удвоенный объем видеобуфера GDDR6, а именно 16 ГБ вместо 8. Конфигурация GPU на данный момент еще неизвестна, а Lenovo также засветила видеокарту GeForce RTX 3070 Super с 8 ГБ памяти GDDR6. Она, согласно сайту фирмы, будет использоваться в компьютере Legion T5. В общем, то ли Lenovo что-то употребляют, то ли действительно это запасной вариант на случай, если Big Navi окажется мощнее. Также вице-президент по контенту NVIDIA рассекретил особенности архитектуры Ampere. Как и прежде, один SM разбит на 4 массива обработки данных. В графических чипах NVIDIA Turing каждый мультипроцессорный блок насчитывал 64 потоковых процессора, способных одновременно выполнять целочисленные операции и операции с плавающей запятой. Теперь же чипмейкер решил использовать в каждом массиве два тракта данных. Первый состоит из 16 ядер FP32, а второй из 16 ядер FP32 и 16 ядер INT32. В результате этого каждый массив способен обрабатывать либо 32 операции FP32, либо одновременно 16 FP32 и 16 INT32. В общей сложности один блок SM может выполнить 128 операций FP32 за такт, что вдвое превосходит показатели Turing. Собственно, отсюда и большая производительность новых GPU. Также NVIDIA похвасталась количеством ядер в Doom Eternal в разрешении 4K. Как видите, счетчик кадров постоянно держится в районе 120 кадров, что очень даже неплохо для мониторов на 144 Гц в разрешении 4K. Также появилась информация относительно установки двух видеокарт. По информации AMD, эта технология востребована менее чем у 1% геймеров, что подтолкнуло компанию убить Crossfire в актуальных видеоядрах.
Nvidia пока не готова идти на кардинальные меры и решила оставить поддержку мульти-GPU связок в новом игровом флагмане GeForce RTX 3090. А соответствующий мостик NVLink компания оценила в $80. И давайте посмотрим на видеокарты от партнеров Nvidia, фото которых уже можно спокойно найти в интернете. Флагманская линейка видеокарт GeForce RTX 3000 в ассортименте Asus является ROGstrix. Адаптеры этой серии предложат до 3 8-контактных разъемов PCI Express Power и массивную систему охлаждения с 3 вентиляторами. А в серию Asus TUF Gaming, как отмечает пресс-служба Asus, войдут модели с наилучшим соотношением цены и качества. Инородное исполнение Asus Dual станет уделом только видеокарт GeForce RTX 3070. В этой модификации используется сравнительно простой кулер с 2 вентиляторами, и при этом толщина адаптеров выходит за пределы 2 слотов расширения. Кстати, не забудьте, что все новые видеокарты просто огромные, и в корпусе вам скорее всего их придется подпирать чем-то, чтобы они не провисали. А Gigabyte анонсировала старшие ускорители RTX 3000 в исполнении Eagle и Gaming. Новинки оснащаются системой охлаждения WindForce 3X с 3 вентиляторами, причем центральный вращается в противоположную сторону. Радиатор отличается крупным медным основанием, 7 теплотрубками, графеновой смазкой в подшипниках и металлической задней пластиной с подсветкой RGB Fusion 2.0. Компания использует платы альтернативного дизайна с 15+4 фазной системой питания для GeForce RTX 3090 и 13+4 фазной для GeForce RTX 3080. А у MSI изначально выйдут две линейки продуктов Gaming и Ventus, уже известные геймерам по предыдущим поколениям видеокарт. Видеокарты Gaming немного изменились внешне, сохранив при этом баланс производительности, охлаждения и шума. Особенностью обновленной линейки продуктов является переработанная конструкция вентиляторов, а на ступеньку ниже в иерархии находится линейка Ventus. Видеоадаптеры доступны в вариантах с 3 и 2 вентиляторами Torx Fan 3.0, а надежная система охлаждения, усиленная матовым бэкплейтом и строгий промышленный дизайн, делают эти видеокарты подходящими для самых разнообразных систем. Но и американская компания EVGA не стала мелочиться и анонсировала собственные видеокарты GeForce RTX 3000 сразу в 5 модификациях. Наиболее обширная кажется линейка видеокарт EVGA GeForce RTX 3090. Здесь присутствует флагманская модель Kingpin, рассчитанная на аудиторию энтузиастов-оверклокеров. Ее более доступный аналог из серии Hybrid, версия Hydra Copper для любителей систем жидкостного охлаждения, а также устройство линеек FTW3 и XT3 с воздушными кулерами. Ассортимент 3D-ускорителей EVGA GeForce RTX 3080 включает те же модификации, что и в случае с RTX 3090, за исключением Kingpin. В то же время линейка RTX 3070 будет представлена всего 2 последними решениями с воздушным охлаждением. И как мы знаем, видеокарты RTX 3080 и RTX 3090 обладают не только рекордной производительностью, но и сумасшедшим потреблением. Поэтому для них уже подготовил водоблоки словенский производитель EKVB. Владельцам старших видеоадаптеров Nvidia Ampere компания предложит 4 модификации ватерблока EK Quantum Vector RTX. Основание может быть выполнено из голой или никелированной меди, а крышка из черного ацетила или прозрачного акрила. Варианты с никелированным основанием также могут похвастаться светодиодной RGB подсветкой. Следует иметь в виду, что эти водоблоки подходят далеко не для всех видеокарт. Их можно установить только на адаптеры, созданные на базе плат референсного дизайна, который Nvidia представила своим партнерам. Модели Founders Edition на основе плат своеобразным вырезом не поддерживаются. Если говорить о цене новых водянок, то она составляет от 109 до 126 евро, в зависимости от материалов крышки и основания. Но в игровых новостях появилась отличная новость про системные требования к Crysis Remaster. Судя по ним, будущий проект оказался весьма неприхотливым, если сравнивать его с тем, насколько прожорливым был оригинал в 2007 году. Теперь же для минималок вполне хватит и недорогой 4-летней видеокарты уровня GeForce GTX 1050 Ti. А на ультрах можно будет поиграть и на относительно простенькой видеокарте и 6-ядерном процессоре. Crysis Remastered делают на новом движке CryEngine, поэтому игра похвастается не только высококачественными текстурами, но и рядом новых графических эффектов, включая основанные на трассировке лучей. Но на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!